Сегодня на территории Республиканской клинической больницы имени Куватова проходит благотворительная акция «Посади дерево». Сажают все желающие, это как сами сотрудники больницы, так и те люди, которые когда-то стали мамами и папами с помощью наших сотрудников. Я хочу, чтобы когда вот мой сын вырастет, вот ему будет, сейчас ему 2 года, лет через 20 это дерево, оно уже будет большое, и, скажем, когда он придет забирать своего малыша, он подойдет, посмотрит, скажет: о, здорово, вот когда-то я еще такой маленький карапуз там с папой, с мамой сажал это дерево. Вот я вот с этой позиции, и вообще мы как бы очень любим природу. Ну, мы считаем, что наши дети, рожденные в данном родильном доме, должны, наверное, мы как родители, все-таки посадить здесь деревья в дань благодарности сотрудникам родильного дома, которые относились к нам очень тепло, с душой, и благодаря им у нас 2 очень красивые, здоровые дочки. Мы надеемся, что со временем здесь будет огромный сосновый бор, и весь город будет с удовольствием наблюдать за нашей территорией. Все, кто приходил на акцию, активно запоминали, где находится их сосна, с тем, чтобы привести сюда детей и показать, сказать. И у некоторых сосен даже есть имя, потому что называют их в честь тех детей, которые родились в этом роддоме. Мы сначала думали, что нам не повезло, потому что шел очень сильный дождь, мы расстроились. Потом мы поняли, что на самом деле все замечательно, потому что после дождя выглянуло солнышко, и в увлажненную землю сели наши саженцы. Мы надеемся, что все они приживутся.